Добрый день, друзья, с вами Ремисто, я Андрей, и мы продолжаем играть в Sky Survival. Я вам обещал показать то, что будет у нас, если мы возьмем тот, точнее, вскопаем тот алмазный блок. Ну и сейчас мы, я хочу, собственно, это посмотреть. Я... Андрей. Я не буду скапывать алмазный блок, успокойся. Блин, Андрей, там эти мелкие ежики. И чё, у меня есть меч? У тебя есть меч? Да. Это хорошо. Еще у меня есть яблоки. Ну да, яблоки-то тебя спасут там, точно. Зря я, конечно, таскаю с собой все яблоки. А чё, в сумме как-то было? Я вытащил, там вот и этот поушен был, и еще что-то было. Я тебе по секрету скажу, тут еще скелеты и криперы! Ёбаный стыд, Андрей, что там-то ты... хера динамита! А нахера ты подошел-то или что ты вообще сделал? Там Андрей... скелет выстрелил! Андрей, ты только что просрал алмазный блок. Блин, мы могли просто его вскопать и убежать оттуда. Нет, тебе надо было, блин, подойти и все зафейлить. Там был путь сбоку, я пошел заглянуть, чё там, оказался Господи. скелет. Откуда там скелет? Блин, откуда я знаю? Они там просто отреспавнились. Го, блин, Андрей. Ты что, не сохраняешь карту перед каждой серией? Зачем? Блин, Ты же не черт. можешь на сервере бэкап сделать? Ну так уже поздно бэкап делать. Я возродиться не могу. Да все, сиди в бане, тебя надо забанить за такое вообще. Да Блин. ладно тебе, это случайно было. Как мы по-твоему, вообще должны алмазные, блин, блоки ставить? У нас алмазов нету, а тут сразу алмазный блок целый был, блин, и ты его проканал. Прости, блин, ни хрена себе. Нам знаешь, сколько их надо? Нам их до 9. хера надо. Ну ладно, не 9 меньше. Блин. Я уверен, они где-нибудь есть. Ты уверен? А я вот не очень уверен в этом, знаешь ли. О, господи. Ой, ты лошар. Блин, у меня просто слов нету, ну. Ну зачем вот так делать? Как так? С кучей динамита дом. Ну так в этом и прикол карты, блин. Я проканал железную кирку. Да, а я проканал тоже там железную Ты кирку. знаешь, сколько я всего проканал? Так я тоже много всего проканал, ну что поделать. А, Так, загрузить, тут где-то... загрузить, загрузить. Чё? Вот поэтому я не люблю онлайновые игры. А почему? Загрузки нет. Ну, что поделать. Так, А! Арн. Чё там такое? Что-то было, я не знаю, я ударился обо что-то. Может, тебя какой-нибудь ёжик где-нибудь ударил? Посреди нашего дома. Скорее меня сундук прищемил. Так, ладно, там вроде больше железных блоков не надо, я тогда разберу, и мы сделаю себе какие-нибудь доспехи или Эй, что-нибудь. дай золото, три железа. В сундуке. За... Доспехи не надо, железные. А чё надо? Ну, пока ничего не надо. Ну, не таскай их с собой, по крайней мере, а то я еще какой-нибудь динамит найду. Я хочу куда-нибудь просто сходить, что-нибудь исследовать, блин, потому что... Потому что как-то не очень все пока хорошо. Так что Нам они... тебе за глаза хватит кожаных. Так, ладно, и возьму... Нет, пока такой меч брать не буду, он слишком важный. Возьму My First Sword. Возьми обычный. Да, обычный, херово. Ночь вообще, куда ты собрался спать? Пошли. Сейчас. А, у нас дверь заросла. Ну и ладно. Так. Спим. И потом я пойду Чё в куда-нибудь. одежде спишь? Чё? Чё ты в одежде спишь? Да, в доспехах, в полном комплекте Я тебе даже доспехов. больше скажу, ты в белых тапочках бегаешь. То есть я уже мертвый, да? То есть. Конечно, и не раз. Так. Ладно, я пойду просто туда, на тот остров, исследую там. А, ну вообще мне кирку надо. А, я что, еще и камень весь проканал? Блин, такой облом. Мне нужна кирка и лопата. Все, я побежал. Пройду на тот остров, возможно, там найду А. эту палочку. Палочка, Все, которая... короче, не буду я с тобой ходить. Почему? Это печально заканчивается. Ну да, на самом деле. Что, чувак О, какой-нибудь я тут? вижу сундучок. Прикольно, только он там очень в неположенном месте. В воздухе висит. Ну, типа того.
Немножко не в воздухе, но примерно ты прав. Так, опа, а там я еще какой-то островок вижу классный. Ты Ладно. куда вообще пошел? В каком направлении? Ну вот где большая это, большое дерево. О, тут крипер, блядь, иди отсюда, блин. Он взорвался. Какое большое дерево? Ну, блин. Блин, еще и скелет, а? Ну-ка, иди отсюда. Блин, еще и эндермен, да чтоб вас А, всех. я тебя вижу. Вон ты бегаешь. Как я замаялся, тут эндермены, скелеты. Опа, я вижу классный остров, там домики какие-то, и очень все очень классно выглядит. А я добываю золото. Мы-ха-ха. Так, и чё? И мне туда наверх надо как-то забраться, интересно. Или нет? Блин, где здесь вода-то? Какая вода? Ну вот в этом острове, который я рою, тут дофига как бы воды должно быть, так? Я не знаю. Лавы там. Ну, из него со всех сторон течет. Ну да, значит, да. Ну вот я копаюсь, копаюсь. И очень боюсь, что меня сейчас смоет куда-нибудь или вообще Так, сожрет опа, тут. я что-то нашел. Это лучше, чем Ой, 20 тысяч по золоту. ой, 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 ой. Надо взять my first sword и начинать их свалить. О, отлично. Блять. Мне нужны факелы, Андрей. Срочно. У меня 9 факелов. Что ты от меня С хочешь? собой? Да. Блин. А ты рядом где-нибудь? Я тебе могу дать 2 угля. Мне надо тупо 1-2 факела. Ты где? Сейчас. О, я нашел изумруды. Чем их копать? А, железный? Я рядом. Дай мне 2 факела. Раз. Два. Спасибо. Все, я сейчас найду, походу, сокровище это, которое, палочка силы, если оно Изумруды там. тоже надо пережигать. Что? Изумруды тоже надо пережигать. По-моему, нет, по-моему, они как алмазы сразу Ну выпадают. да. Ой-ой-ой-ой, там крипер ёбаный стоит. Только сюда его не води, пожалуйста. Да, ты прав, их не надо пережигать. А, я надеюсь, это был последний. Охренеть. Я нашел свинок. И чё? А чё в сундуке вот в этом было? А, ну, видимо, ничего не было. Ты где Так. взорвался-то? Я еще не взорвался. Ты где вообще? Блин, там мне еще надо пару факелов, черт. Ты где? Блин, зомби. Я не могу тебе сказать так вот прямо. Я в доме у кузнеца. Где ты? Я тут рядом. Вот тут внизу? Ну, вот, ты меня уже видишь. Андрей, выйди оттуда. И дай мне Зачем? факелы. Дай мне несколько чертовых факелов. Мэн. Фак 1, фак 2, фак 3, фак 4. Собственно, я тебе могу дать угля. Нет. Ты Пойдем чё? вместе, слушай, ты меня попротектишь немножко. Пойдем. Это очень плохая идея. Сюда иди. У меня дофига... Я не пойду, я взорвусь нахер. У меня знаешь, сколько ресурсов? Там ничего не взорвется. Ты просто выход. Блин, постоишь на выходе. У меня даже меча нет. У меня только Андрей, деревянный топор. Ты сюда где иди. вообще? Сюда иди. Да, сюда. Ну ты видишь паник у меня или нет? Нет. Ну повернись назад. Там воздух. Да не туда, да блин. Наверх погляди. Сюда О! иди. Я боюсь. Много Что слишком там звуков. бояться-то, блин? Пойдем. Сюда. Бегает весь в доспехах, зачарованный мечом. Ой-ё! Ты чё встал? Я не встал. Опа, там эндермен. Не смотри на него. Только не смотри. Там несколько эндерменов. Твою мать. Там решетка какая-то, что с ней делать? Я не знаю, наверное, я ее сейчас киркой попробую. Там Там зомби сзади. я вижу. Там детеныш зомби. Он быстрый. Да. Может, мне лучше уйти? А то еще подстрелю А. случайно. Ну вали его, чё? Мелкий-то зомби с мечом еще. Чертов хрен. Все, я его убил. Решетку возьми. О, нет, 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 Эндермен, не смотри на меня. Ты сгорел и умер. Почему я сгорел? Почему я Я горю? не знаю, почему ты это горишь. Все, уже не горишь.
Там зомби с зачарованным мечом. Иди отсюда. Иди отсюда. Быстро, быстро убегаем. Убегаем, убегаем, убегаем. А, у Все, я меня на... одно сердечко, черт. Еда-то хоть есть? Так еда мне не поможет. Еда не лечит. О, черт. Ты когда назад будешь бежать, короче, аккуратнее тут. Я тут выкопал. Хорошо. Ай. Блин, я опять чуть не провалился. Андрей, ты если что-то вскопал, ты закрывай, блин, свои ходы. Где я сейчас вскопал? Вот, не, на этом уровне, на предыдущем. Там я ничего не вскапывал. Я в прошлый раз провалился куда? А, ну да. Ты, Я не блин... могу его закрыть, я там еще не докопал. А я закрыл уже, вот еще раз тогда выкопаешь. Подожди, на каком, на предыдущем? Эй, зачем ты тут все закрыл? О, господи. Да потому что я чуть не провалился опять. Короче, туда надо что-то получше, чем First Sword Подожди, взять. ты сейчас где? Я сейчас дома уже. А почему я только что видел, как ты детеныша зомби бил? Да. Только что это Оп-оп. когда? Вот когда ты говорил, что куда-то там провалился, я еще удивился, как ты заделал. Ну потому что ты опять лагаешь, Андрей. Да. Все же просто. Так. О, подожди, саженец ели. Наконец-то у нас будут елки. Зачем нам елки именно? Их удобнее рубить, там стволы все привые, без всяких ответвлений. Господи. А Пойдем что, назад. выпахать опять дуб? Слушай, возьми-ка какие-нибудь доспехи маломальские или... Я не знаю. Мне бы Подожди, Fire Protection. Короче, мне надо, чтобы ты со мной пошел в это с подземелье и, не знаю, где у что-нибудь нас сделал. изумруды лежат? Вот, не, я их все потратил. До единого? Да, я поставил еще один блок. И алмаза. Че у нас опять все лежит, то тут, то там? Да какая, блин, пока разница. Ну хотя да, я. Это я был инициатором того, чтобы все правильно положить. Но что-то пока пофиг. Пока место есть, насрать. Погнали, погнали. Погал, погал. Подожди, надо меч хоть какой-нибудь взять. Давай, врубаем членикс и поехали. Кого? Ты что, не знаешь про членикс? К счастью, нет. Зря. И как ты тогда побеждаешь в компьютерных игрушках? Долго и упорно задротствую. Ну ладно. Давай пойдем, ты за Майя, слышишь? Тогда я меч сделаю, что ты пристал? Пойдем, Возьми пойдем. хороший меч. Каменного хватит. Нет, моего ферст... Не хватит тебе каменного, ты гонишь? Ты кого там убивать собрался? Там зомби в доспехах и, блин, с мечом на огонь. Чё сказать? Печаль. Ты взял кирку? Я хочу там просто вскопать, чтобы Я они... взял каменную, железную я решил оставить. Ну, это плохо. Почему? Ну, там, по-моему... А, нет, там нормально. Там можно. Ну, сейчас разберемся, короче. Сейчас главное их выманить и отменить. Вот эту воду можно А, взять. я чуть пять не упал. Закапывай ты свою Да у меня сраную. нечем было закапывать. Я два закопал из четырех. Андрей, ты раскапываешь, блин? У тебя куда девается земля? Там уголь был. А, ну ладно. Я же не просто так дырку в земле Давай рою. быстрее, у нас уже, блин, вечереет. Я прям за тобой иду. Ой, а факел кто-нибудь взял? Я взял два. Ну, у меня три. Маловато будет. И что мы будем а, делать? А что С ты ним? делаешь-то, Андрей? Куда ты вперед зашел? Я не знаю, у меня никого не было. Да, какая прелесть. Алло. Уа, он меня выкинул. Охренеть. Ну, в общем, как ты понимаешь, бесполезно меня пускать, потому что он пронесся мимо меня как ураган и начал бить тебя. Я бил его в спину, а потом казалось, что он бил меня. Ну, в общем, как-то я умер. Блин, я не знаю, что делать. Короче, мне надо тупо Джеронима туда и несколько факелов поставить, чтобы они там не респавнились. Кто, он зомби? Да. Или, блин, лаву уже разлить найти, блин. Ты так не разольешь, она же спускается под это, а там... Ну, хотя там лесенка. Вот-вот. Слушай, а где у нас вообще факелы? А, вот, я нашел. Там... Давай поспим, и я туда сбегаю потом за Джеронимлю. Экраны еще спать. За Лерою Дженкинсу.
Еще минус 3 камня, блин. Ну да. Ремистер Еще минус Джордж дает. хороший, на самом деле минус хороший меч. Я вообще проканал очень хороший меч только что. Не бери хорошие мечи, я тебе говорю, это же бесполезно. Ладно, я пошел попробую все-таки. Да А он что, блин. не откидывался или что? Чё? Он не откидывался, что ли, от удара или что? Он-то откидывал. Нет, там не было у меня откидывания на том мече. У зомби было откидывание, и он тупо меня откинул. Так на любом мече откидывание, даже рукой бьешь, откидывает, Нет, нет? ты не понял, откидывание там намного больше, чем стандартное. Там он меня тупо вот из этой пещеры выкинул, и тупо я пролетел там еще, наверное, кубов 5 А от... взять какую-нибудь эту фигню. Какую фигню взять? Да хотя бы. Лук. Ну, кстати, да, лук неплохая идея, но лук тоже надо нормальный взять. Да Fire Reaper. пошел ты в жопу, зомби. Я думаю, зомби думает так же. А, черт, я умер опять. Я вижу. Ай, там просто этот зомби стоит в железных доспехах, ему вообще ни хрена не наносится. Я не знаю, что делать. Надо что-то сделать, иначе, блин. О, я Господи, придумал, пророй я его зак... дырку рядом. В чем проблема? Это Майнкрафт. Чё надо сделать? Застрой зомби и пророй дырку рядом. По-моему, как-то можно эти делать. Нет, это Eye of Ender, это мне не надо. Блин, как-то можно огненные шары делать, я вот не помню. Снежков набери. Чего, снежков? Но они мало наносят, но ими можно кидаться. Да действительно, ну. Отличная идея, Андрей. Ну а Снежками чё? зомби победить в железных доспехах. Вряд ли, Ну, вряд ли. конечно, запаришься, но челлендж accepted. Давай. Блин, реально, он какой-то король зомби. Так, мне нужно... Может, у него в руке волшебная палочка? Ей У него в как-то. руке меч, блин, с откидыванием. Со сраным откидыванием. Капец, раскопать бы нахрен все то подземелье, блин, чтобы на Так него свет вперед. попал. А они же в доспехах не горят. Да? А чё, горят? Я не знаю. Ну Ты вот так я не уверенно знаю. это сказал, как будто ты на сто Ну процентов. у нас же бегали зомби в доспехах и не горели. Да, но я не знаю, я не помню. Хорошо, может я ошибаюсь. Но такой шанс есть. Я тебе говорю застроить его и, не знаю, сверху на него что-нибудь кидать. Капец. Они вообще не умирают. Сраные зомби. А, много угля, много угля. Иди отсюда, мудак. Я просто не знаю, у него вообще... Блин, а, так это мелкий зомбак меня так убивает. Это небольшой, это мелкий. Ты опять упал, да? Но он меня выкинул тупо, вот у него меч уже сильный, я не знаю, что с ними делать. Туда реально надо лаву лить. Ты можешь просто сломать. Чё сломать? Застроить Я не знаю там. подземелье, чё, камень обычный киркой ломается. Я не знаю, я один боюсь. Ты думаешь, просто каменной киркой там скопать можно? Сначала застроить этих зомби, потом скопать ниже. Ну там же оно под себя идет подземелье, вот таким зюг-зюгом вроде как. Кстати, да, вот это вот мне вот идея твоя понравилась. Первая твоя хорошая идея. Сейчас буду сам уголь добывать. Да-да-да. Так, ну давай, я сделаю себе кирку. О, я получил ачивку за каменную кирку. Да. Ну это эпик вин, чё? Вот так вот. Ну все, можно заканчивать игру. Я получил ачивку. Я доволен. Так, все-таки я был прав, лава текла не с этого острова. Как так-то? Так. Как так не с этого, если, блин, она там снизу течет? Ну так снизу. Ну. Снизу? Ну хорошо, я роюсь вниз. Нет, ты аккуратно ройся вниз, потому что... Да ладно, у меня всего 40 угля. Андрей, выложи уголь. У тебя реально 40 угля? 44.
Откуда у тебя столько угля? Накопал в этом острове Накопал? колчан за один проход. Накопал, значит, да? О, этот крипер. А давайте его взорвем здесь. Вот так вот. Так. А что здесь светло-то? А, вон там дырка сверху. Вроде я закопал эту хрень. Ух ты, ёк! А-а-а. Чё? Я просек, что у меня тут нет ни одного факела уже довольно долгое время. И чё? Ночь настанет, я приду, тут куча зомби. Так что надо вот сейчас одно дерево тут спилить и потратить его на факелы. О, я вижу, что там внутри. И что там? Дай угадаю, сундук. Да, там есть сундук. Но забраться я туда не могу. Короче, я понял, что нам не надо делать. Мне надо воду туда залить. Зачем? Не знаю. Но определенно надо. Или воду, или лаву. Лава поджигает сундуки. Если она поджигает сундуки, то, естественно, это не надо делать. Она долго поджигает сундуки. Долго? Ну, не знаю, они долго горят, по-моему. Ладно, у нас вроде там ведро с водой было. Водой, да. А что вода тебе даст? Ну, не Они знаю, их сухие. смоет все в один угол. Ты можешь в том углу дырку сделать, раз уж тебе так нравится. Или Ну, поставить там немного лавы и спавнер этих шмоток. Ну да, ну да. Так, что я хотел? Ведро с водой. Блин. Наверное, сейчас я там ведро вылью, посмотрю, что получится, и на этом серию мы закончим. На самом деле, король Я скелетов. нашел лаву! Ты нашел лаву? Слушай, серьезно? Да. Где ты? Мне нужна лава. Мне не надо, это вода сраная. Я воду сейчас тогда Слушай, здесь ты сейчас вылью. ведро там сломаешь. Ты вот сейчас опять разобьешься и будешь шарить, что тут ничего не заделал. Ты где? Я сверху. Ну вот, нет, да, иди, иди туда. Там вот лесенка была справа. Вот Так, посмотри. где лава? Внизу самом. Аккуратно. О, Но круто. тогда все, Все, я спал. я взял лаву, я побежал. А, мимо меня! Ведро из рук убрал хоть. Убрал, Молодец. убрал. Я Загадливый ж не гений. совсем дурак. Я ж знаю все правила Майнкрафта, там не А вот копать. Денис как киркой разбивает землю. Да это пофиг. Не копать под собой главное правило и над собой. Потом нельзя держать в руке ведро с лавой и с водой. Водой можно. Ага. А если ты идешь по обрыву и случайно вылил воду, то тебя, скорее всего, смоет вниз. Да ты лох. Но можно бесконечно долго говорить о том, кто лох, а кто не лох, а можно просто следовать этому простому правилу и не И держать. взрывать динамит, да? Ура, у нас выросла первая сосна. Я забыл, что лава-то и в эту сторону. А нет, слушай, она в эту сторону не пойдет. О, блядь! Пошла, да? Нет, там взорвался крипер рядом со мной. Блядь, еще один идет! Ёбаный стыд! Их там сколько, блядь? Пиздец. Только не говори, что ты взял последнее ведро. Ну, ведро-то ладно. Ну как, три железа? Чего три железа? Опа. Ведро это три железа целых. Что здесь делают доски? Что здесь делает вот эта фигня? Все забрать. Я вижу скелета там. Ой, блядь, он меня чуть не убил. Все, я возвращаюсь домой. Короче, сейчас мы тот сундук обчистим. Нычку обчистим, короче. Пол ХП. Пол сердечка, пол сердечка ХП. Я пошел обратно. Ладно, то, что лежит в том сундуке, мы, наверное, только в следующей серии узнаем, ребятки. С вами был Ремисто и Андрей. Подписывайтесь на канал, играйте в Майнкрафт. Пока.